Приветствую вас на канале «Правильный выбор». Сегодня у нас Full HD телевизор LG 43LK 5910-2018 года выпуска. Модель относится к средней ценовой категории среди бюджетных моделей. Диагональ экрана 43 дюйма. Разрешение 1920 на 1080 пикселей. Телевизор поддерживает Full HD, можно смотреть фильмы с высоким разрешением, так как картинка отличается четкостью и высокой детализацией. Подсветка Direct LED. Индекс частоты обновления кадров 60 Гц. Прекрасному качеству картинки способствует технология реалистичных сцен Active HDR, обеспечивающая четкую детализацию и естественную цветопередачу с расширенным диапазоном контрастности. А технология Dynamic Color делает цвета более яркими, насыщенными, устраняет помехи, повышает резкость. Оптимальное расстояние от глаз до экрана телевизора для просмотра Full HD контента с данной модели телевизора 182 см. На этом расстоянии видны самые маленькие детали изображения, не распадающиеся на отдельные пиксели. Благодаря стильным металлическим рамкам телевизор выглядит еще более современным. При желании можно прикрепить телевизор на стену с помощью крепления веса 200 на 200. Размеры телевизора 98 см в ширину, 58 см в высоту и толщина 8,1 см, весит 8 кг. Цвет черный. На задней панели расположены стандартные разъемы. Один композитный, один компонентный, один HDMI 1.4, один LAN, два входа для антенны, один для обычной и один для спутниковой. Присутствует один оптический аудиовыход Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр. Достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. На боковой панели расположены один USB 2.0, один HDMI 1.4, один слот CI+, 1.4. Модель поддерживает Wi-Fi. Эта модель LG оснащена Smart TV на базе операционной системы WebOS. Она позволяет использовать приложение и премиум-службу при помощи голосовых команд, а через кнопку Ivi на пульте можно перенестись в одноименный онлайн-кинотеатр. Управление TV может осуществляться с помощью смартфона с установленным на нем приложением от LG. Мощность звуковой системы 10 Вт. По 5 Вт на каждый динамик. Virtual Surround Plus делает звучание многомерным и объемным. Кажется, что технология объемного звука от LG воссоздает звуки заново. Это дает возможность воспроизводить насыщенный звук через встроенные динамики телевизора. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и сейчас расскажу вам то, на что в основном жалуются обладатели данной модели. SD-каналы показывают на четверку. Для пользования интернетом нужна мышка и клавиатура. Я стараюсь быть объективным, поэтому расскажу вам не только об отрицательных сторонах, но и о положительных. Давайте перейдем к хорошему. Качество картинки отличное. Много приложений и игр, и с каждым днем становится все больше. Есть из чего выбрать. Встроенный цифровой тюнер. Никаких засветов. Одинаковое изображение что с середины, что из углов. Медиаплеер видит все форматы видео. Возможность смотреть фильмы с браузера. Никаких дополнительных приложений для этого не надо. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вы сделаете правильный выбор.